Перед началом эстафеты бодрая зарядка. 5 семейных пар соревновались не только в скорости прохождения дистанции, но и в ловкости, умении найти решение любой задачи. Молодая семья Коховых принимает участие в забеге уже второй раз. В прошлом году Людмила и Александр заняли 3-е место. Объединяет семьи, семьи становятся дружнее, не только дома. Дома мы сидим в основном, дом, работа, дом, какие-то домашние дела, а это вышли, пообщались друг с другом, с другими семьями, какой-то обмен опытом чем-то, какими-то знаниями. Участников эстафеты ожидали разные интересные станции. Пары бегали завязанными ногами, мужья пришивали пуговицы, жены забивали гвозди. Вместе стреляли в яблочко, выполняли интеллектуальные задания. Андрей и Мария Павленко участвуют впервые. Мария – экс-руководитель клуба молодой семьи, сейчас в декрете. 3 месяца назад родила двойняшек Елену и Анну. Стараемся не пропускать мероприятия, которые организованы как в городе, так и внутри управления по делам молодежи. Главное участие. Посмотрим, как вы пришли в себя после родов, так как прошло не так много времени. Каждая семья получила яркие эмоции от прохождения эстафеты. Первое место завоевали новички клуба, семья Ивана и Дарьи Кисляк. Второе место за семьей Виктории и Алексея Кузьмук, а бронзу забрали Мария и Андрей Павленко.